Теперь о ситуации в Крыму, где почти трое суток не получают электричество со стороны Украины. И хотя сегодня в руководстве Укрэнерго сказали, что начали ремонт одной из поврежденных ЛЭП, к трем другим доступа у энергетиков так и нет. Полуостров обходится своими силами. Спецборт МЧС сегодня доставил туда 300 мобильных генераторов. Ими обеспечат важные, в том числе, социальные объекты. В жилом секторе все еще действуют ограничения. Свет и вода по часам, действуют полевые кухни. Глава республики Сергей Аксенов резко раскритиковал региональное Минтопэнерго за плохую работу в условиях ЧС и, в частности, за то, что в ряде населенных пунктов электричества даже по временной схеме нет до сих пор. Руководитель ведомства сегодня был уволен. Оценку действиям чиновников теперь даст прокуратура Крыма. Она же вместе с МВД следит за тем, чтобы не допустить взвинчивания цен на продукты и бензин. Спекулянтам пригрозили уголовными делами. Чтобы оценить ситуацию с энергоснабжением полуострова, сюда сегодня прибыл министр энергетики Александр Новак. Он сообщил важную новость о том, что в первую очередь энергомоста из Кубани в Крым сдадут раньше срока, 20 декабря.